Ну что, уважаемые любители спорта, мы продолжаем свои включения и теперь находимся рядом с сектором, где любители находятся игры в дартс. Изобретение, которое вовсю практикуется в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании. Там это очень популярные игры. У нас, как вы видите, наверное, не самая популярная игра, это не самое популярное развлечение, однако своих любителей все равно дартс привлек. Здесь может поиграть любой желающий. Напоминаю, можно играть и по правилам, по жестким правилам. Нужно выбить 501 очко. Это я знаю такие правила, да. Сектора различного цвета и различной стоимости. Ну, а если есть желание просто проверить свой глазомер, обязательно приходите сюда и можно поиграть в дартс. Давайте спросим у людей, которые профессионально, наверное, знают все правила, которые могут нам объяснить что-то больше, чем любители. Есть ли здесь такой? Наверное, да. Правила достаточно просты. Надо попасть в мишень, поразить наибольшее количество удвоений и утроений, тогда будет максимальная сумма. Вот, в данном конкретном формате. Скажите, а какое расстояние от мишени до вот этой полосы, то есть от точки, откуда надо бросать? Ну, оно всегда стандартно, 1,37 м. От плоскости мишени. Казалось бы, ой, 2,37 м. Да, извините. 2 метра 37 сантиметров. Казалось бы, это очень просто, так ли это? Ну, если просто бросаешь, то это просто. Но когда бьешься за максимальный результат, конечно, трудно попасть. Вот, поэтому вот мы видим максимальное количество очков. В моем случае 240. Хотя теоретически можно набрать и за 500 очков. Я, насколько знаю, в профессиональном дартсе нужно выбить 501 очко путем убывания. Убывание, да. Так, а здесь вы каким... Простой набор очков делали. С учетом удвоений и утроений, простой набор очков, 5 подходов. 5 подходов? Да. По 3 дротика? Да, конечно. Отлично. Легко ли вам попасть, легко ли вам дается игра дартс? Ну, нет, но иногда получается так, что сам по себе попадает то в красную, то в зеленую. А вы сегодня какой раз играете уже в дартс? Первый. То есть вы сегодня только пробуете? Да. Успехов вам! Спасибо. Спасибо.